Складывается уражение, что все абитуриенты вырашили сдать документы в ВНУ у первый день. Эта девчонка приехала разом с матью из Рогачева. Кажа, у чарзе амаль 2 часа. Просто подходишь, дает каждому талончики со своим номером. Потом вызывают. Называют номера. Много еще. Вы какая? Я 141-я. Очень много людей сегодня. В университете харчевания удокладняют, летось у первый день приняли документы 200 человек. И все лето амаль стольки, что только за полдня работы. Первый день приема у нас совместного, на дневное и заочное. И у нас с сегодняшнего дня работают 5-дневные курсы для вот тех, кто поступает после колледжа. Это они сдают 2 устных экзамена, и при наличии, если у них средний балл, там меньше 6 баллов по аттестату. Перед регистрацией на подачу документов для абитуриентов наладили консультацию. Тут и высветляется, кто забыл пашпорт, тенават сертификаты або иншие документы. Некоторые не ведают, какая колькость баллов потребна для поступления. Ко мне приходила девушка, у нее по математике было 3 балла. Да, самый низкий балл. Она очень расстроилась, но, увы, мы ничего не можем поделать с этим. 3 балла – это точно уже к нам не подходит. А с какими баллами к вам приходили? У меня был молодой человек, я его запомнила. У него было по химии 93 балла. У Могилевском держ-университете имя Куляшова у первый день, как подать документы на особные специальности, так само выстоивали черги больше за 2 часа. Традиционно довольно большой наплыв, если можно так сказать, абитуриентов на специальности факультета педагогики и психологии детства, факультета экономики и права, факультет физического воспитания. Эти специальности у нас всегда пользуются популярностью. В этом году мы увеличиваем цифры приема на факультет математики и естествознания. Государство заинтересовано в таких специалистах. Правда, вот, к сожалению, волнуемся за них. Вот их, мы видим, не настолько много приходит. Сёлетняя приемная кампания отрознивается от попередних тем, что абитуриенты сдавали ЦТ по 4 предметах. Так что есть махчимость маневров. Не прошли по баллах на одну специальность, можно попробовать сдать документы на другую. Татьяна Сергійчик, Александр Тарасов, новини региона.